Half-Life – коллапс сингулярности. На улицах сейчас опасно, дорогие граждане. Почему наш прекрасный город перестал развиваться? Все из-за ужаса, что привел нас к заточению. Снова они. Гражданский эскорт. И лишил всего, что было достигнуто. Этот Фримен, свободный человек, кого он освобождает? Себя. И определенно не вас. Одно и то же, из раза в раз. А сначала зачищают здание, затем целый квартал. Все достижения, возможные в будущем, не будут достигнуты, если Фримен сделает, что намерен. Он разрушает наше будущее. Я обещаю, что мы будем сильнее. И этот мятеж меня нисколько не пугает, поскольку я знаю, что мы – благородная раса, в интересах которой обеспечение жизни и успеха всего сущего. И в то время, как я это говорю, объединенные войска сражаются с войсками сопротивления на передовой, рискуя своими жизнями, жертвуя их во благо человечества. Открывайте дверь. Гражданская оборона, открывайте дверь. Ошибка замены памяти. Отключение от сервера 4. Подключаюсь к серверу 4. Подключение завершено. Он все еще дышит. Давай, давай. Он спекся. Это мерзко. Зачем он так поступать с нами? Идти можешь. Пошли, пошли, пошли. Так, тебе надо добежать до того бункера, заложить взрывчатку. Я прикрою. Бомба активирована? Да. Детонатор у тебя? Да. Я пошел. Готов к фейерверкам? Твою мать! На землю! Проверь, живая или нет. Эй, ты как, в норме? В норме? Надо бежать. Давай, бежать надо прямо сейчас.
Надо убираться отсюда сейчас же. Ты как, в норме? Слушай, неважно выглядит. Нормально все? Что это, черт побери, было? Иди проверь. Пошли, пошли. Кидаю гранату. Выполняется перестановка памяти. Перестановка памяти завершена. На русский язык фильм перевел и озвучил доктор Джокер. Релиз подготовлен при участии переводчика Перри Водмана.